Любимые братья, дорогие мои товарищи, здесь, везде, женская группа, все наши учителя, мы здесь, в этом священном месте, в заключительном мероприятии. Это не заключительное, необычное заключительное мероприятие. Это духовное заключительное мероприятие, где мы хотим подойти к духовному итогу. Мы стоим перед дверью. Мы хотим протолкнуть ключ наш в эту дверь и ворваться внутрь. Как ребенок, как младенец, который вырывается наружу, только через самоотмену. Вперед и вперед, только через самоотмену. Воды этих родов опустились в предыдущем конгрессе в Орве. С этого момента мы прошли очень волнительный период. Этот конгресс, в моем ощущении, уже третий день уже ощущался, на третий день ощущался как кульминация предыдущего конгресса. Самое сильное ощущение, которое у меня здесь есть на конгрессе, это что даже отчаяние нужно проходить вместе. Каждое действие только вместе, а иначе оно вообще не записывается нигде. Итак, мы хотим сейчас, чтобы товарищи, которые чувствуют в сердце, что они могут поделиться с нами, могут показать нам, как продолжать. Пусть спонтанно они поднимут руку, мы дадим им микрофон. Главное, это отставить в сторону весь разум и действительно соединиться с общим сердцем, которое действительно родилось тут. Здравствуйте всем. Я хочу поблагодарить учеников и вас, ваших учеников. Спасибо за все. Дорогие братья, год назад я приехал на этот конгресс. Я тогда приехал сюда, был студентом медицинского факультета, был обручен. Я чувствовал, что я хочу проглотить весь мир и тогда наступить ему на голову. В этом году этот год перевернул весь мир для всех нас, перевернул лично мой мир. Если до этого мои устремления были быть богатым, успешным, известным врачом, сейчас самые мои высокие материальные устремления — это однокомнатная квартирка в Петах-Тикве, недалеко от промзоны. Наша жизнь перевернулась в течение этого года. И нам осталось только перевернуться, чтобы головой войти в эту дверь, построить эту дверь, то, что мы сделали сейчас, построить эти ворота, то, что мы создали сейчас, войти туда со всей силой. Я впервые в жизни чувствую, с одной стороны, ужасный страх, почти парализующий величие
ответственности, которая у нас есть. Мы держимся за руки. Сердце всего мира — это мы. На нас возложена огромная ответственность, друзья. Мы не можем вообразить себе, что произойдет в материальном мире, когда мы увидим результаты того, что мы произвели здесь, на поверхности, когда это поднимется в материальное выражение. У нас тут огромная ответственность. И впервые, что я чувствую, что все мое тело дрожит от парализующего страха, и в то же время огромный страх, величина. Мы тут доставили наслаждение Творцу. Мы хотим перевернуться внутри себя, внутри этого особого состояния, когда наши старые келим, желание получать, уже станут чем-то, что происходит интуитивно, естественным образом. И мы в новой реальности вместе с отдачей, братья. Лихаим. Товарищи, вы знаете, есть очень много товарищей, которые не находятся сейчас с нами, не смогли сюда приехать. Но давайте подсоединим их сюда. Давайте послушаем нашего великого товарища из Нью-Йоркской группы. И послушаем другого великого товарища. Я сидел на семинаре с великим товарищем. И был задан вопрос о том, что такое катнут, малое состояние. Он сказал очень просто. Это хотите только служить. Он сказал это чисто, просто. Потому что он весь такой. Как он потом сказал. Рав сказал как-то, если ты хочешь отдавать, отдавай. Никто не мешает, никто не останавливает тебя. Отдавай, отдавай, так сделал ударение на букву Айн, Ташпия. Я очень-очень прошу, чтобы мы сейчас послушали это широкое сердце великого товарища Орена Леви. Несколько дней назад Марик Ликворник сказал мне так. Он сказал, что он чувствует, что Раф очень хочет, чтобы мы соединились с ним. Но для того, чтобы мы соединились с ним, один человек не может соединиться с ним. Он ждет того, чтобы Бней Барух стали группой. И между нами была бы связь, чтобы он не был одиноким. Получается, как бы что-то абсурдное. Мы, карлики, стоим между всем человечеством и благом. Есть учитель, который собирает в себе всю великую мудрость всех поколений, переводит ее, передает нам дальше. И мы, Бней Барух, получили право быть доказательством тому. Лихаим, дорогие братья. Yeah.
Наш товарищ Юджин Немировский вернулся, Евгений Немировский. Это очень дорогой наш товарищ. Вообще, вся эта группа нью-йоркская, которая прошла такие революционные преобразования, то, что происходило с ними, это просто явные чудеса. И у меня есть огромное право, мне выпала огромная честь быть с ними 2 недели постоянно. Как Сенька вчера рассказывал о Москве, так представьте себе, что я начну сейчас рассказывать о Нью-Йорке. Но просто передайте микрофон Евгению Немировскому. Hi, friends. We gather here in the center, the remnants of the New York. В нашем центре собрались остатки нью-йоркской группы. Большая часть физически находится с вами в пустыне. Мы очень волнуемся, потому что когда они вернут с собой каждого из вас. Washington D.C., New Jersey, from Boston, and Long Island. Мы собрались с товарищами из Бостона, Нью-Йорка, Лонг-Айленда, Нью-Джерси. Together, it's unbelievable. The desert is this place where we discover ourselves. Невероятно. Пустыня — это то место, где мы раскрываем себя. Раскрываем... Мы должны продолжать усилия, раскрывать вещи, которые были невозможны до этого. Нельзя было их раскрыть до этого места. В усилии быть вместе, во внутренней силе, лыхаем для раскрытия новой реальности. Знаешь, что еще добавить? Хочу возблагодарить Творца. Поблагодарить его за все, что произошло до этого момента. Я передаю микрофон моему брату Джимми из Вашингтона. Я столько хочу сказать, но у меня не хватает слов. У меня есть новая оценка моих товарищей. Быть с вами. Просто видеть вас на экранах, это дает такое огромное воодушевление, впечатление. Не то, что ты слушаешь там какие-то истории или там летишь куда-то тысячи миль. Мы из Вашингтонской группы летели 6 часов. Он говорит, что я заперся в своем... Офис мой был заперт, и я не знал, как войти, не мог найти ключи. Одну вещь я понял ясно, что помехи — это необходимая вещь продвижения. Продвижении.
Вы просто великие. У меня огромное впечатление от вас. Я люблю каждого из вас. Друзья, я весь дрожу, когда я нахожусь перед этим великим состоянием, во главе которого стоит столб поколения, наш святой рав Михаил Лайтман. Друзья, я 3 года в этом кипящем котле, который называется Бней Барух, и эти 3 дня в пламени в пустыне. Я сгорел, пропал, меня нет. Я научился от вас чудесные вещи. Я научился, что я тряпка. Я научился, что я слуга. Я научился любить выше ненависти. Друзья, вы великие. Мне выпала великая честь быть частью вас. Я готов быть вашим слугой до Гмар Тикуна. Спасибо вам. Товарищи попросили представить товарища. Вы только представьте себе, он тут все время бегает и спрашивает, кто говорит. Товарищи сказали, хотя он уже и говорил, но он получил рекомендации, так что потом переданы. И мы хотим еще раз его послушать. Пусть тот, кто начал этот конгресс, также что-то скажет о его духовном итоге. Где Роман Павлов из Москвы? Может быть, он на кухне подводит итоги конгресса. Но мы попросим товарища из-за границы, того, который хочет что-то сказать, открыть сердце. Оуэн. Братья, мы приехали сюда в первый день. Взрыв слез. Я теперь понимаю, откуда это исходило. Откуда были эти слезы? Действительно, это было от радости. Не только в физическом смысле, но от величины, величия этого состояния. А сейчас я ожидаю таких вещей, такого много, но мы не знаем, чего именно мы хотим достичь. Мы говорили о подготовке, а сейчас новые ступени, которые должны проявиться. Как? Как мы можем этого достичь? Где Творец? Все хотят его. Вся цивилизация, ни у кого нет языка, как сказать, где ты, где ты, мы нуждаемся в тебе. Все кричат. Чтобы все страдания, войны, все бы это закончилось. Прекратить войны. Чтобы наконец наступило счастье, закончилось страдание. Каббала говорит, что нет никого, кроме него. Как? Как человек может разрешить этот парадокс? Где Творец? Я не знаю.
но я здесь, поскольку я получил вкус чего-то на предыдущих конгрессах. Я все еще не могу сказать точно, что это, но на этот раз тоже. Вчерашние слезы тоже смысл был не очень понятен. Особенно стиши от Хаверим, которая была ночью. Никогда не было ничего такого, продолжавшегося так долго. Все объединяют усилия, отменяют себя, вкладывают свои усилия. А сегодня я чувствую, я не знаю что, но это ощущение у меня, мне кажется, для всех нас, для всего мирового кли, это что-то очень особое. Не знаю, что, может быть, Раф может объяснить. Может быть, это первый уровень постижения Творца. Как достичь этого? У меня этот шарф. Я ощущаю такую большую любовь женщин. Мирового кли. Это как бы как Творец послал любовь через женщин в этом шарфе, который шепчет нам: мы любим вас, Творец любит вас. Сделайте то, что вы можете, чтобы передать нашим дорогим женщинам, нашим дамам то, что им надо. И мы достигнем этого. Я люблю вас, братья. Давайте будем продолжать наш путь и зажгем это пламя. Чтобы оно достигло всей Вселенной. Спасибо. Добрый день всем. Я в начале конгресса удивлялся, почему нет вопроса, чего я хочу от этого конгресса. Они бетхила та кенес, кило эти муфта, лама эн шеэла казу, ма они роце ма кенес эзе. Потом я просто сейчас по шагам, у меня их там несколько стадий таких было интересных. ואחרי זה עברתי על כל הצעדים שעברתי, היו לי כמה שם דברים מעניינים. Раф сказал, что вначале Раф сказал, что я запомнил с урока два простых действия. Попытайтесь пойти туда, где ребята объединяются и включиться в них. И почувствуйте нежную руку, которая каждый раз вас подталкивает сзади. Ну, поскольку мне нечего было особо хотеть, я просто выполнял советы Рава. Сначала я пошел в круг, где все поют. Там был первый подарок. Я увидел поющего Мишу Паровоза. Я думал, что этот человек... Я никогда не думал, что я могу от этого так впечатлиться. Потом я поделился... своими наблюдениями с товарищем, что вот такие вещи я записал с урока, он мне сказал, а что ты хочешь? Наша работа очень напоминает приготовление бифштекса на огне. Ты не огонь, ты не мясо. Твоя задача очень простая. Ты просто переворачиваешь его в определенное время со стороны на сторону. Ты не можешь увеличить огонь. Он не сгорит. Ты не можешь отойти, потому что некому будет переворачивать.
И твоя работа в течение двух часов спокойно переворачивать его с полной ответственностью за трапезу. Потому что на трапезе может быть горчица, может быть зелень, но если не будет мяса, за которое ты всего лишь навсего должен переворачиваться, трапезы не будет. В конце концов, ты его даже не поешь. Самая большая работа была вчера вечером. Мне очень хотелось, чтобы мы все сели и углубленно стали изучать книгу Зор. Я очень люблю попрыгать в кругу, но уже давно не прыгаю, у меня болит нога. Я два раза уже выходил. Но каждый раз кто-то из товарищей абсолютно приходил, там ишиват, может быть, вы ты просто не знаешь. И где-то в 11 часов я принял решение, что я останусь. В этот момент мне протянули чашку кофе. И потом я решил, что как только уйдет Саша Козлов, я сразу пойду. А он все сидит и не уходит. Выяснилось сегодня утром, что он на меня смотрел. Вы не поверите, это простая, тупая работа. И я вдруг отмыл для себя бриллианты. Я увидел французскую группу. Ребят из United Kingdom, Хаверим из Британия, и Лондон. Чудо начались утром. Анисим тхило бабокер. Я думал, что этот вечер, ну что я нового, я же песен не пою, не танцую, никого не впечатляю. Хасевти магвар я хадаш, ани ло шар ширим, ло рокед, ло натен термида итпаалут. Зачем был в 5 часов вчерашних усилий? Лама я 5 шаот шел маамацим этмол, бишвиль ма? И когда только внутри меня возник этот вопрос, я попросил товарища прочитать мне что-нибудь. И он мне прочитал отрывок из статьи Шамати, которую я читал 1000 раз. Я понял, что если бы я вчера не остался на эти 5 часов, у меня бы не было этого вопроса. И вот эта потребность показала, что единый постоянный свет всегда ждет только нашей самой простой работы. И, ну, конечно, последний семинар это было чудо. Наше общее желание все дало. Тогда я понял, что никогда Рав не говорил нам перед Конгрессом, что вы хотите от этого Конгресса. И я очень четко вспомнил фразу. Этот Конгресс не для тебя. Ты просто приходишь на него и находишься там. Я понял, что этот вопрос, это вопрос оплаты, вопрос из моего эго. И я благодарен, что у меня не было этого вопроса. У меня был первый раз шанс в жизни. Да, это пама решена бахаим шели. Просто выполнять советы Рава. Пашут ле мамеш таяцот шел Рав. И быть там, где группа. Вриот эфа шел гвуца нимцет. И именно это и называется наука Каббала. Ведавказен никра хохмата Каббала. Все остальное, куда я добавляю, даже свой простой вопрос, что я хочу от Конгресса, это уже не наука Каббала. Это мое желание получить наслаждение при помощи науки Каббала. В общем, жизнь поделилась на два направления. Одна, то, что, ну, где я продолжаю жить, кушать. А вторая жизнь, в которой я вообще ничего не понимаю. Там есть группа. Там есть гвуца. Там есть... Я вчера очень хотел это сказать, когда Рав нам десятки раз говорил, перепишите статьи Рабаша, почему мы их не переписываем?
תכתבו מחדש, תכתבו את מאמרי רבש. למה אנחנו לא עושים את זה? Что мы там можем написать, если это не прошло через сердце? מה כבר אפשר לכתוב אם זה לא עבר דרך הלב? Я могу только переставить слова и смотреть, красивое предложение или некрасивое. אני רק יכול להחליף מילים ולראות אם המשפט שיצא הוא יפה או לא. Теперь я понимаю, что каждый из нас готов начать переписывать статьи Рабаша. ועכשיו אני מבין שכל אחד מאיתנו מוכן להתחיל לשכתב את מאמרי רבש. Чтобы объяснить человечеству, что такое группа, что такое работа в группе, מה זה קבוצה, מה היא עבודה בקבוצה, ומה זה עבודה בקבוצה כדי לנחם בורא. לחיים ברוך. Что вчера Леор Гур встал посередине круга во время африканского танца и сказал: «Мы выжмем этот лимон до конца. Мы хотим выжать этот лимон до конца выжать его и прийти к духовному итогу истинному». Сейчас есть письмо, которое мы почитаем вместе с Равом. Это особое письмо, которое говорит о нашем состоянии, о радостном отчаянии, о состоянии, в котором мы должны сейчас войти и открывать все глубже и глубже. 17-е письмо Бааль-Сулама. 57-е письмо. Нет более счастливого состояния в мире человека, чем когда он обнаруживает себя отчаявшимся в собственных силах. То есть он уже прилагал усилия и сделал все, что можно представить в его силах сделать, а излечения нет, потому что тогда он достоин
совершенной молитвой о помощи Творца. Ведь он знает наверняка, что его собственная работа не принесет пользы. А до тех пор, пока он чувствует какую-то возможность работы со своей стороны, его молитва несовершенна. Потому что злое начало предваряет его и говорит, что он обязан прежде сделать то, что в его силах, а потом он будет желанен Творцу. И об этом сказано: «Велик Творец и низкий увидит». Потому что после того, как человек прилагает усилия в разных родах работ и разочаровывается, он приходит к истинно низкому состоянию, ибо он знает, что он самый низкий из всех людей, потому что нет у него ничего, что было бы полезно в строении его тела, и тогда молитва его совершенна, и он получает ответ из щедрой руки Творца. И об этом говорит Писание: «И воскричали сыны Израиля от работы, и поднялась просьба их». Потому что Израиль в целом дошли в этот момент до отчаянного состояния, он имеет в виду от работы. Как тот, кто черпает дырявым сосудом, который черпает весь день, и нет у него ни капли воды для того, чтобы утолить свою жажду. Так же и сыны Израиля в Египте. Чем больше они строили, все это здание проглатывалось в том же месте, в землю. Точно так же тот, кто не удостоился любви Творца, все, что он делал в своей работе по очищению души вчера, как будто сгорает совершенно на завтра. И каждый день, каждую секунду нужно начинать по новой. Как будто он не делал ничего никогда. И тогда и воскричали сыны Израиля от работы, потому что увидели совершенно явно, что они не способны никогда, чтобы что-то выросло из их работы. И поэтому крик их и молитва их были совершенны, как и должно быть. И поэтому и поднялась молитва их, потому что Творец слышит молитву, но только совершенной молитвы ждет он. Вытекает из сказанного, что нет ничего малого или большого, что нельзя было бы достичь силой молитвы. И все усилия и работа, которые мы обязаны совершить, только лишь для того, чтобы раскрыть малость наших сил и нашу низость, что мы недостойны ничего собственными силами. Потому что тогда мы способны излить совершенную молитву перед Творцом. И нельзя тут возразить, что я в таком случае решаю заранее в сердце своем, что я недостоин ни на что, и все усилия и труд, зачем мне совершать их? Потому что есть закон в природе, что нет умнее опытного. И до того, как человек на практике попробовал все, что в его силах, и он не способен никаким образом прийти к настоящей низости в истинной мере. И поэтому мы обязаны прилагать усилия в освящении и в очищении, как написано: «Все, что найдешь ты в твоих силах делать, делай». И пойми это, потому что это вещь глубокая и истинная. Я раскрыл тебе эту истину только не для того, чтобы ты расслабился и не отчаивался, не дай Бог, в милосердие. Потому что, несмотря на то, что ты не видишь ничего, даже в тот момент, когда закончилась мера усилия, это и есть время молитвы. А до этого момента верь мудрецам: «Я не приложил усилия и нашел, не верь». А когда закончится мера, будет молитва твоя совершенной, и Творец ответит щедрой рукой. И это то, что имели в виду мудрецы: «Я приложил усилия и нашел, верь». Потому что до этого он недостоин молитвы, а Творец слышит молитву.
Мы на этом конгрессе прошли огромные этапы. Я даже не рассчитывал на это. Я не знаю, откуда пришла ко мне эта идея с женской группой провести женский конгресс. Я не ожидал, но решил, что пусть будет. И когда оно завершилось, я понял, что здесь произойдет что-то необыкновенное. Потому что собралось огромное желание, упорядоченное, особое. И мы, тем, что удостоились пройти столько много ощущений, и стоим, как говорит Бали Сулам, на пороге, когда в каждую минуту может открыться нам махсон. Это Творец делает расчет. Высшая сила, свет, который стоит за нашими келим. И когда это происходит, по закону света и соответствующего кли, то это происходит. Но мы сейчас начали понимать действительно, что такое духовное, что такое духовное ощущение, самоотмена, отказ, как освободить место для другого, как не занять место, как войти и потерять себя в группе. В каждом родились буквы рабочие, чувства относительно них. И действительно, может быть, еще немножко недостает нам усилий, но мы уже знаем, в каком направлении их надо делать. И мы сделаем. И в любой момент необходимо ждать прихода Машиаха. Тот самый высший свет, который вытянет нас из нашего состояния в желаемое состояние, сделает нас свободными от нашей природы и действительно начнет объединять, делать поручающимся друг за друга, делать соединенными, делать достойными исправления мира. Быть переходом от силы Творца ко всем народам. Этот конгресс, это первый конгресс духовный. Все остальные конгрессы были как подготовка к нему. А этот конгресс — подготовка для входа в духовный мир. Это уже половина его. Баль Сулам пишет о понятии отдачи свыше и получения снизу. Мы уже находимся на этой верхней половине отдачи свыше. Нам необходимо еще немножко усилий, и это должно произойти в какой-то из моментов. Мы не должны расслабляться и все время находиться в усилии. Мы должны все время находиться в усилии, в самоотмене, в самоотказе для себя. И хотеть, чтобы только сила отдачи властвовала в нас. Нет ничего, кроме этого. Только освободить место для силы отдачи. И по отношению к нему попытаться приблизиться. Вы великие. Вы сделали очень важные действия. Вам удалось пройти очень тяжелые состояния. Очень продвинутые. Одновременно. В течение двух дней.
Мы на самом деле должны поблагодарить Творца. Это Он дал нам. И действительно, весь Лехаим положен Ему. Ему положен большой Лехаим. Мне нечего добавить. Начиная с этого момента и далее, я уверен, что мы уже достойны и в состоянии, и действительно предназначены для исправления человечества, исправления действительности. Как верный раб в руках Творца. Лехаим. Из трудов Бааля Сулама, восьмое письмо. Есть одна уважаемая цель для всего происходящего в этом мире, которая называется «капля единства». И живущие в материальных домах, когда они проходят через все те же самые угрозы, и весь этот абсолют, в бесконечной высоте, удаленной от них,
раскрывается некий вход в стенах их сердца, очень скрытый по природе творения, и становятся они достойными для вдохновления этой капли единства внутри их сердца. И изменятся они, как печать, как отпечатанный материал, и станет противоположно это. И как раз наоборот, именно в этих ужасных угрозах они придут к достижению этого бесконечно удаленного от них чуждого Абсолюта. Там и только там слит Творец со своим именем, и там может пребывать с ними капля единства. Мы начали раскрывать это место для капли объединения, капли единства. И я уже уверен, что это раскроется нам. Мы получили огромный подарок. Высший свет подействовал так, что мы почувствовали себя объединенными. Высший свет подействовал, и мы почувствовали, что мы, да, можем отключиться от нашего эго. Каким-то образом, что это возможно, может быть. Но он уже работает над нами. Сконцентрированным образом, как на единое тело. Этого раньше не было. Такого. Нам удалось на этом конгрессе объединиться и стоять перед Творцом как единое целое. Слыхаем. Ta ha masah le alai.
שיפתח, עליי שיפתח. שיפתח עליי, שיפתח את העולם הזה שכח, והאלוהים ייתן מסך וכוח לברר את הרע. שיפתח עליי עכשיו. Мы обязуемся не прекращать наш подход к единству, к поручительству, пока мы не пробьемся из эгоизма каждого и не объединим наши искры вместе. Мы в этой работе не расстаемся друг от друга и обязуемся друг перед другом, перед всей группой, перед всеми нашими товарищами во всем мире, перед женской группой, что мы так продолжаем без перерыва. Лахаим. Всех организаторов конгресса, всех людей, которые приехали сюда и подготовили нам его, нашего уникального повара Алика, Ярива Хутинского, который организовал нам всю технику, саунд и трансляции, которые все время работали, Амит Шалев, Шимон Кармон, который ездил сюда. Ребята, множество людей, всех. И те, кто приехали из-за границы, и те, кто помогали и участвовали. Короче говоря, всех действительно огромное спасибо.
Не забудем. Не надо забывать, что сейчас время нашей проверки. Что перерыв материальным, материальная дистанция не разделит нас. И тогда здесь мы добавляем, может быть, последние усилия к нашей мере. Не надо забывать об этом. Выходим.